я вас собралось. Сейчас я на сцену поднимусь, чтобы вас всех увидеть. Вот, а так меня, наверное, слышно будет лучше. Слышите меня? Нет? Помогай, друг мой. Так, а вот так слышно. Здравствуйте, мои хорошие. Ой, как интересно. Вот я услышал, что кто-то сказал мне «здравствуйте», а кто-то сказал «здрасте». А знаете, в чем разница? Да. А в чем? Ну, не совсем так, моя дорогая, но спасибо, близко, близко. На самом деле, когда я говорю «здравствуйте», я желаю вам здоровья. А когда говорят «здрасте», это вроде как пожелать здоровья, но не совсем. Поэтому я не знаю. Думаю, что многие из вас не знали. И правильнее все-таки говорить «здравствуйте». Полное слово, а не сокращать. Иначе чуда не будет. Поняли?